способы озеленения загородного участка. Если площадь участка ограничена, то можно использовать такую методику, как вертикальное озеленение. В качестве точки опоры может быть задействована любая вертикальная поверхность, например, стена дома, беседки или забор, возведенный из любых материалов. О создании мягких грядок слышали многие, и текстильная вертикальная грядка может стать отличным решением наряду с привычным кашпо. Кстати, роль оригинальной подставки этажерки под цветы можно отвести лестнице-стремянке. Если информация оказалась полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на нашу страницу.